ЭЦП переведут в облачное пространство. Об этом сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан». Со следующего года казахстанцы могут не носить электронную подпись на флешках, а подтверждать действия в ЕГОВ с помощью биометрических данных. Сегодня треть обращений, поступающих в ЦОН, приходится на обновление ЭЦП. А эта инициатива позволит упростить процесс получения подписи и станет ключевым для перевода людей на онлайн, заявили в госкорпорации. В случае с облачным ЭЦП все это будет храниться в удаленном сервере, и люди при биометрическом подтверждении личности будут автоматически вызывать это ЭЦП и подписывать документы. Ожидаем, что до конца года это будет масштабирование в системах в платформе ИГОВА. Этим занимается АО «Национальные информационные технологии».